Лучше масленицы может быть только масленица с блинами. Балбестый шарик, масленицы без блинов не бывает. И без родственников. Сейчас-то мы и узнаем, у кого в Простоквашино лучшие блины. В блинах главная мука и кефир. В блинах главная точность и молочко. В блинах главная правильная форма и хорошая сметана. Чтобы блинов было побольше. И сгущенки. Я, конечно, очень извиняюсь. Соревнования – это хорошо. А блины-то когда есть будем? Приготовление блинов. Главное – вовремя остановиться. А кому блинов? Да. Эх! Самая вкусная масленица у нас в Простоквашино.